начеку. Пока Такот оккупирован войсками землян, эманации Кризалиса будут призывать все больше и больше врагов на чар. Все наши враги должны быть уничтожены тобой, мозг. Ты одно из лучших моих порождений, и становишься все умнее с каждой битвой. Ты достойный владыка стали. Но прежде ты должен смирить свой гнев и охранять Кризалис. С каждым часом приближается величайшее рождение. И вновь конец брифинга, и вновь я с вами, дорогие мои друзья. Поехали далее. Наконец-то мы получили замечательных квин. А, нет, стоп, паразиты — это у нас другое. Так, вот у нас здесь недопустимая цель. Что недопустимая цель? Показали нам землян. Показали нам Кризалис. Сказали нам, что мы должны добывать все и вся. В первую очередь построить, конечно же, дорогих сердцу маленьких рабочих. Летающие квины. Ня-н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 я. Ага-ага. Ага-ага. Замечательные звуки от квины. Просто великолепные. Я еще-то подумал, что это гидра у нас была. Ну окей, оказалось, что там у меня рабочие уже стояли. Тем не менее, я все равно бы их построил, поэтому... Поради больше, владык! Больше минералов, больше владык, больше владык, больше минералов. Все логично и просто. Знаете, мы, наверное, отнесем и поставим все-таки минералов. Мне пока хватает газа. Так. Пошлем куда-нибудь владыку подальше. Что у нас делает паразит? Я вот, кстати, не помню. Так, развивается в гнезде королевы. Рождение стаи. И поимка в ловушку. Да, квины здесь были более опасны. Даже в каком-то смысле были боевые юниты. В некоем роде. Надо будет сейчас построить омут. Необходимо больше. Насколько больше? 200 минералов? Ё-мо. Многовато, честно говоря. Так, а что у него здесь? Воздух, воздух. Скорее всего, будут танки. Необходимо больше минералов. Ну ты еще раз мне это скажи. Скорее всего, сделаем вот так пока что. И да, я забыл сделать точку сбора. Черт. Да-да-да, я уже в курсах, что необходимо больше минералов. Так, пруд рождения, но он же омут, но он же, в общем, да, веселая штука. Так. Ты... Строй мне, пожалуйста... Нет, не омут. Строй мне, пожалуйста, вот эту штуку. Потому что иначе нас здесь будет убивать. Ты тоже строй вот эту штуку. Где-нибудь вот здесь как раз-таки. Строй! Не стой! Просто строй! Отлично.
эти штученцы позволят нам быстрее справляться с врагами, особенно учитывая, что у меня фактически нет сейчас юнитов. Только мелкие квины. Давай, ой, я случайно выделил еще помимо кого-то, да? БЦ, давай еще одну. Сейчас они будут подходить и получать дичайший урон от этих ребят. Необходимо больше минералов. Ну давайте больше мне минералов, будет вам больше интересных вещей. Так, хорошо, еще одну. Переместим овера подальше. И теперь будем сейчас заниматься накоплениями. Отлично, произошло именно то, что я и хотел. То есть мы накопили достаточное количество юнитов, которые уничтожают все и вся. Уничтожают все и вся. Так, накопление произошло. И мы можем счастливыми сердцами, душами и так далее поставить здесь еще один. Еще один наш домик. Дом родной, милый дом. Нам нужно продержаться еще минуту с половиной. Полторы минуты, короче. По сути говоря. Промахнулся, простите. А, ты тоже БЦ сюда. И ты БЦ сюда. И ты тоже. Так, тебя. Кризалис открывается. Не подпускай к нему землянина. Да я вроде как и не подпускаю особо. Чтоб служить. Отлично поработал, мозг. Этот день будет неприятен моим врагам. Ну а теперь нам нужно будет их просто уничтожить. Я слушаю. И теперь у нас есть королева Клинаков. Я подумаю. Которая к тому же может находиться в инвизе. Еще и поглощать других существ, дабы восстанавливаться. Короче говоря, имба страшная. Но тем не менее, нам нужно как-то развиваться. И развиваться мы, естественно, будем за счет наших юнитов разного типа. В данном случае это будут малявки пока что. Потому что ничего другого у нас, в принципе, пока просто нету. У нас построились, кстати, рабы. Крабики. Такое ощущение, что это лошадь. Ну ладно. Слоненки такие прикольные, на самом деле, как по мне. Так. Хорошо. Пока добыча идет отлично, просто мне все хорошо, все нравится. А мне нужно улучшить скорость лингом. Что-то я сейчас не понял, что произошло, но окей. А, вот что произошло. Мне приходят сюда маленькие передропчики.
Ну окей. Керриган у нас веселая. Так, давайте Лингом проверим, что у нас впереди. Ах, хрен вам, дорогие мои друзья. Так, давайте здесь поставим спорку. Как раз ты, так как ты у нас дико коцанный рабочий, ты будешь этой споркой. Можем продолжать наши эманации в сторону развития. Я что-то не понимаю. А, здесь там никого нету, я понял. Призываем довольно быструю добычу. Думаю, чуть-чуть вперед прокачусь. Все. В принципе, вот здесь можно остановиться. Ты у нас прокатись чуть-чуть пониже, друже. Так, вот здесь вроде все нормально добывается теперь, и можно спокойно строить. Можно спокойно строить. Давайте построим кучу владык еще раз. Передропов мы более-менее защищены и все такое, но... Мне нужно что-то более интересное. Нет, не пруд. Мне нужно... Evolution, да. Камера эволюции. Немножечко зергушат. Так, и давайте сделаем двух рабочих, которых поместим на газ, на добычу газа. Добыча газа здесь через попу, то есть он идет по прямой, а потом обходит. Ну ладно. Представим, что все хорошо на самом деле. Почему у меня до сих пор нет эволюшена, который я собирался поставить и поставил, по идее, но почему-то у меня его все равно нет. В чем проблема? А нет, вот он чуть повыше. Что мне нужно? Логово гидралисков и мутообразных существ. Ну, лучше через муту на самом деле выходить. Потому что мута, она все-таки относительно имба. А здесь есть еще королевы, которые к тому же летают. У которых нет атаки, но они могут делать много полезных вещей. Например, ну, типа вот. Так, нет, ну до командного центра я не долечу, кстати, физически. Так, что вы меня здесь хотите атаковать, что ли, ребятки? Так, мне нужен воздух. Мне нужен воздух, мне нужно мутировать дальше. Гидра мне пока что временно не нужна. А значит, мне не нужна эволюция на эту штуку. Хорошо. Хорошо. Нам нужно логово. Ждем окончательной мутации в логово. После чего получим возможность телепортироваться, бегать и, в общем, прыгать и делать что угодно. Так, давайте уберем оттуда ребят, потому что мне вовсе не нравится, когда у меня идут вот такие вот передропчики на меня. Поэтому я хочу от них избавиться. А он еще больше выгрузил войск. О, они пошли на меня. Вот дегенерат это, а. Просто зря они решили это сделать, как бы. Очень зря.
Мы их будем сразу вот здесь встречать, если что. И давайте попробуем посадить пару интересных вещей. Так. Впрочем, подождите до вещей, мы построим сейчас шпиль. Но уже после постройки шпиля сможем строить больше народу. И не забываем, что у меня все еще здесь есть Керриган. Ня-ня-ня. Так, ну здесь на наземные войска, там на воздушные. Хорошо. Надо все-таки добывать еще больше минералов. Потому что мута у нас дорогая. Отлично. Хотя один из вас давайте будет, например, еще одним веселым сооружением. Так, сойдет. В принципе, я даже могу на самом деле еще одного сюда направить, потому что он как раз будет примерно в цепочке участвовать и очень хорошо добывать. Да, видите, я был прав, как раз вот 4 ровно добывают на таком расстоянии. И с учетом всех наших исхищрений, они как раз будут нужным нам количеством. Так, у нас достаточно минералов, мы можем построить еще один. Еще одно логово. Да и на самом деле даже не одно логово, а много. Я думаю, есть смысл построить хотя бы 2. И делать муту. Как-то вот так вот мы сделаем, чтобы контролировать зону. Чтобы видеть все и вся. Попутно пойдем, я думаю, так же, как и в прошлый раз, чисто целенаправленно уничтожая все и вся. Я думаю, что у нас это хорошо получится. Денежек нам, в принципе, на ближайшее время хватит, но у нас очень мало добывается виспена, и нам как-то надо захватить их не виспен, который, кстати говоря, здесь мною не наблюдается. Ну окей. Возможно, находится где-то в другом месте. Все, нам уже не хватит на что-то другое. К сожалению. Так, сколько здесь муты? Ну, как раз еще 2 должно выйти, и... Как-то она страшно покричала, мне аж... стрёмно стало. Дропшик, ты куда там улетел? Давайте поглядим, что у нас здесь находится. Воу-воу-воу-воу-воу. Хорошо. Поатаковали немножко, похарасили. Вон они как, видите, передропы тут делают, видите ли. У нас вот здесь вот еще пустая зона есть с газом. Надо бы ее захватить. Единственное...
логичный способ, как я это могу сделать, это через моих хороших друзей оверсиров, оверлордов, в общем, оверов. Хорошо, газ у нас пока добывается, хоть и медленно. И мы сейчас будем подстраивать муту понемножечку. Я в курсе, что у меня недостаточно виспена. Ну, чем больше муты, тем лучше. Безумная мута. Рабочие у нас просто не знают уже, чем заняться. К сожалению, минералы они добыли все. Даже у нас изучатся желудочки, в которых мы можем переносить и перевозить наших драгоценных юнитов. Ну ты охренел. Он уже тут приспособился чуть-чуть. Патрулируем, короче, эту зону. Желудочки почти изучились. Офигевшие вообще, серьезно. Ладно. Мне нужно больше виспены. Еще больше. Чем больше виспена, тем лучше. Желудочки вроде бы изучились. Какой он все-таки медленный, а? Ладно, выбрасываем все это дело вот сюда. Выбрасываем все это дело сюда и начинаем готовиться к чему-нибудь. Улучшаем еще атаку. О, а вот танк это ни хрена не круто. Я, конечно, более-менее с этим совсем справляюсь, но в целом это нифига не круто. Зашибись, виспеновый гейзер исчерпан. Так. Нужно следующее улучшение сделать. Ускорение движения для владык. Высадил. Отлично. И на том спасибо. Великолепно. А как только это дело построится сейчас, мы будем здесь добывать наконец-то. Так, все, у вас тоже нет минералов. Скоро у нас будет скорость, и наконец-то будет радость вместе со скоростью. Ну еще с дополнительными пулами, в том числе. Насадили мы все, что надо. Насобирали мы кучу всего. Сейчас это просто нужно перебрать на следующую сторону. Наши дети атакованы.
Вы чё, дебилы, куда вы там полетели-то? Конченая мута. Ладно. Так, один из вас станет экстрактором. Хорошо. Остальные пока добывайте минералы. Эволюция завершена. Так, давайте. Сейчас дядька придет и вас подберет. Молодцы, малыши. Ой, теперь здесь надо сделать что-то типа плетей. В идеале, конечно. Для начала поставить на добычу газ. Так, ну с минералами у нас, в принципе, проблем-то нет. Так, я хотел выделить оверсира. И муту. Вот этих ребят направить вот сюда. Давайте там направим сразу четвертого. Несмотря на то, что он будет немножко подтупливать там, но окей. И как раз пока будет обходить, они, по идее, нормально будут заходить. Ну, видите, примерно так. Здесь, в принципе, 4. Ты вы охреневшие утырки. Так, хорошо, БЦ, окей. Продолжаем добывать газ. Муту, конечно, отсюда убираем. Так. Да ты охренел, Танчик. Что с тобой не так, друже? Так, теперь тебя. Минералов, потому что у нас более или менее в достатке. Ну, 4 в 1, конечно, его 100% разносят, поэтому все хорошо. Так, еще БЦ сюда. Здесь делаем улучшение в спорку, здесь делаем улучшение в спорку. А здесь делаем улучшение в этот. Куда вы, вашу мать? Глупая гидра. Хотя там, в принципе, хватает, да. Ай, на какое-то время этого хватит. Ладно. Какое-то время это ухватит, чтобы защитить этот, скажем так, островок. Островок счастья, радости. Но проблема в том, что нам не хватит как бы газа-то на все и вся. В чем проблема, соответственно. Если минералов-то нам еще хватает, то вот с газом у нас определенно есть некоторые трудности. Так, пока отведем их, чтобы мне не путаться с уже имеющейся гидрой.
Вот он охреневший вообще. А, вообще офигевший. Вообще просто борзый чувачело. А, серьезно, нужно больше владык? Хорошо, давайте мы сделаем вот так, смотрите. Раз. Два. Вам достаточно, владык? М? Так, хорошо. А ну-ка, давайте сделаем еще. Потому что я вижу, что мне все равно попадает на орехи. Все равно здесь логово атакуется. Нам не хватает все-таки укрепленных именно плетей. Ну, по крайней мере, мы хотя бы прогоняем вездесущую гадость. Да, газ вырабатывается, конечно, очень быстро, я согласен. Где там мута? Последнее улучшение на муту надо сделать за 225 газа. Сам виноват. Так, вторая. Ну, не успел он фактически ничего сделать. Так, мне бы в идеале три построить. Было бы совсем хорошо. Стоят пока на удержании. Недостаточно газа, тесты. Да я в курсе, что газа недостаточно. Что ты мне от этого скажешь? Толку-то? Все равно ничего не изменится пока что. А газ находится снизу. Недостаточно газа, тесты. Пошли вы. Офигевшие, тут рабочих своих сажают. Ишь ты, мама дорогая. Что, мута прилетела там, да? Виспен-то вроде 3000, а вот добывается он дико медленно, конечно. Вовремя я отхавал себе эту точку. Очень вовремя я отхавал ее, честно говоря. Если бы позже, было бы хуже. Так. Ну чё, давайте, добывайте мне эспена, хотя бы еще на одну. Все? Сдулся? Отлично. Так, троечка.
По идее, этой мута опять-таки хватит. Карас удается очень даже хорошо. Против такой кучи мута они, в принципе, ничего особого сделать не могут. Мута, опять-таки, как таковая, вся жива. Хрен вам, ребят, вы уже ничего не сделаете против этой муты. Отлично. В принципе, я не понес фактически у них потери. Все хорошо, все шикарно. Залоговые я не боюсь, потому что здесь все довольно классно, несмотря на то, что вот видите, постоянно сообщают об атаке на логово, но в целом все прям замечательно. Сейчас начал нести небольшие потери, потому что большая часть мута как бы все-таки коцанная. Но, тем не менее, большая часть, опять же, все, с большей частью все нормально. Давайте перенесем наших рабочих. Чтобы лишний раз не перенести их вот сюда. Чтобы лишний раз не добавить нам газ. Давайте сделаем сбор на них. Сбор на них опять-таки сделаем. Ой. Справка мне не нужна. Справка мне не нужна. Еще муты подстроим. И с логова тоже сюда направим. Все. Ну теперь можно немножко так передохнуть. И в принципе сосредоточиться в одном месте. Но это будет жестче. Здесь я, конечно, понесу потери, но... куда, как говорится, без этого? Но мы, в принципе, миссию завершили. Насколько я помню, это конец. Да, немножко долговато, конечно, получилось. Но в целом все хорошо. Вот такая вот миссия. И победа! Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем удачи и пока-пока!